В минувшее воскресенье, 3 июня, жители ряда избирательных округов Чувашии довыбирали депутатов в Государственный совет, Чебоксарское городское и сельские собрания депутатов. В Государственный совет выбирали депутата по Ядринскому одномандатному округу номер 9 вместо Николая Малова, который стал депутатом Государственной думы страны. Победил Владимир Николаевич Иванов, который набрал почти 76% голосов избирателей. В Чебоксарское городское собрание выбирали депутата в избирательном округе номер 3. В выборах депутата Чебоксарского городского собрания депутатов участвовало 7 кандидатов. Из них Наталью Юрьевну Евсюкову, выдвинутую политической партией «Единая Россия», поддержало 2105 избирателей, это 61,78%. Результаты объективные. Победили те кандидаты, которые больше хотели, больше старались, лучше агитировали, которых знают люди по их делам. Александр Цветков отметил высокую для такого уровня выборов явку.